чувствую себя снежным терминатором. Верхним. Ну вот деды, наконец, обули подросток. Подобрали палки, подвес, подобрали лыжи. Лыжи массивные и готовы к подъему. Ну что, друзья, для меня долгожданный день наступил, поскольку давно загадывал научиться кататься на горных лыжах. Обычно это я давно уже освоил. И вот случилась оказия. Мы в Сочах. Сегодня добрались до горной карусели. Добрый день, меня зовут Ренат. Я будущий инструктор Деда Мороза. И последние два или, может быть, три часа я был в твердых проверенных руках инструктора, которого зовут Ренат. Да, здравствуйте. Вам огромное спасибо. Скорость пока я большую развивать не научился, но я думаю, всему свое время. Но, наконец, я познал, что такое горные лыжи. По крайней мере, азы. Вот твердо знаю, что нужно постоянно всю массу, всю нагрузку держать на языках. Пока, правда, из головы, из старой эта информация вылетает. Вылетает. Но ничего, думаю, со временем научусь и буду более опытным лыжником.